Конкурс детского творчества накануне прошел в Березовском районе. Капельку в Саранпауле устраивают каждый год. Дети и их родители ждут его с нетерпением, ведь он дает возможность маленьким талантам показать свои способности в хореографии и вокале. Участие могут принимать дети от 3 до 7 лет, а подготовкой детей к выступлению занимаются профессиональные и не менее талантливые педагоги. Это усложняет задачи жюри, так как выбрать победителей бывает непросто. Мы очень рады, что сегодня мы можем открыть двери нашего Дома культуры для наших зрителей. Сейчас проводится ежегодный конкурс детского творчества «Капелька». Он будет проходить в два этапа, так как мы получили большое количество заявок на участие в разных номинациях. Мы очень рады тому, что дети ждут этот конкурс, готовятся к нему с большим желанием, и для детей, и для нас это очень важно. И мы с большим удовольствием и желанием готовимся к проведению такого крупного для нашего села мероприятия.